Россия занимает 5-е место в мире по числу пациентов с заболеванием сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет. По данным Росстата, официальная статистика заболевших более 5 миллионов человек. Однако, по неофициальным данным, это число достигает 10 миллионов. Как выявить заболевание на ранней стадии, расскажет Наталья Дуркина. Выявить диабет на ранних стадиях помогает диспансеризация, а также наблюдение за своим состоянием здоровья. Если вы на протяжении продолжительного периода замечаете у себя сухость во рту, постоянное чувство жажды, сухость кожи, внезапное изменение массы тела, образование гнойных процессов на поверхности мягких тканей, плохое заживление ран, слабость и потливость, необходимо обращаться к эндокринологу. Но проблема сахарного диабета, она всегда находится на особом контроле, как у медицинского сообщества, так и у органов власти. На сегодняшний день у нас с диабетом первого типа болеет 26 деток. Это дети разного возраста. И порядка 1700 взрослого населения страдает диабетом первого и второго типа. Все эти жители, которые имеют диагноз сахарный диабет, они имеют право на бесплатное получение лекарственных препаратов. Мы в начале года объявляем аукционы на обеспечение этих граждан лекарственными препаратами для лечения сахарного диабета, а также для того, чтобы лица могли контролировать самостоятельно свой статус. Препараты закупают на год, а затем при выявлении новых случаев количество лекарств корректируется. Также для жителей закупаются тест-полоски, чтобы граждане могли самостоятельно контролировать свой уровень сахара. Системами непрерывного мониторинга глюкозы пока что обеспечено двое малышей. Данный формат измерения предназначен для круглосуточного контроля уровня сахара в крови, в том числе и во время сна, позволяя лечащему врачу наблюдать динамику изменений и более точно скорректировать курс лечения. Использование такой системы не требует прокола пальца ребенка, что является более усовершенствованной формой измерения уровня сахара в крови пациентов детского возраста. По поручению губернатора были обеспечены двое деток, которые имеют диагноз сахарный диабет. Всего на учете, я уже сказала, у нас стоит 26 детей. У двоих детей стоят помпы, которые осуществляют введение инсулина в кровь детей. Для того, чтобы нам промониторить состояние оставшихся детей, то есть мы планируем закупить ритеры для оставшихся 22 детей. И по потребности, по назначению врача эти ридеры будут установлены детскому населению. Каждый прибор представляет собой датчик и сканер. Первый крепят к задней поверхности плеча. Он собирает информацию об уровне глюкозы в крови. Сканер ее не только считывает, но и показывает динамику. Повышается сахар или наоборот падает. На данный момент полностью избавиться от сахарного диабета нельзя. Однако облегчить симптомы и предотвратить осложнения вполне реально. Прогноз лечения болезни при всех ее типах условно благоприятный. При правильной терапии и соблюдении режима питания пациент остается трудоспособным и может держать диабет под контролем. Александра Литкова, Наталья Дуркина, Леонид Шишилов, телеканал «Север».